В заповеднике Ненецкий стартовал проект «Баренцбердинг» – наблюдение за птицами в Баренцевом регионе. Финансирует проект норвежский «Баренцсекретариат». Партнеры – государственный природный заповедник Ненецкий и норвежское архитектурно-орнитологическое бюро «Биотоп». Турмут Амундсен и Эллин Тарангер – ученые-орнитологи и архитекторы бюро «Биотоп» уже много лет занимаются проектированием и строительством наблюдательных пунктов за птицами. Задача, на первый взгляд, простая. На практике требует обширных знаний, где, кроме орнитологии, геология и география не на последнем месте, а еще владение современными техническими средствами. По проектам норвежских ученых уже построены наблюдательные пункты в Исландии, Великобритании и разных регионах Норвегии. В России Турмунд Амундсен и Эллин Тарангер впервые по приглашению заповедника Ненецкий. Здесь прекрасная станция, которая также служит центром кольцевания птиц. Мы использовали ее в качестве базового лагеря для путешествий на три острова. И очень большое разнообразие птиц, видов, очень интересные места. И, конечно, это будет вызовет большой интерес у наблюдателей, у всех любителей птиц в будущем, у туристов, исследователей. Мы разрабатываем несколько видов укрытий для наблюдения за птицами. Это фотоукрытия, либо просто наблюдательные вышки. И, конечно, для каждого места будет подобран свой тип. Это очень важно, чтобы у наблюдателей, а это ученые и специалисты заповедника в первую очередь, и туристов-любителей были комфортные условия. Наблюдение за птицами – процесс длительный. Не менее важно, чтобы появление сооружений в местах массового обитания птиц не мешало их естественным привычкам. По мнению норвежских ученых, мир птиц островов заповедника Ненецкий уникален. Нас, конечно, поразило разнообразие видов птиц и количество птиц на территории заповедника. Для нас новые виды были такие, как вот желтоголовая трясогузка или марадунка. Мы их видели впервые здесь. Они не обитают на территории Варангер, откуда мы приехали. И некоторые виды птиц, они прямо гнездятся рядом со станцией, с базовым строением. То есть это для нас очень тоже удивительно, что они прямо здесь свили гнезда и живут здесь. Сегодня только в Великобритании за птицами визуально и с помощью оптических приборов наблюдает более 7 миллионов любителей, состоящих в различных обществах и клубах. Любительская орнитология, как вид познавательного туризма, развивается во всем мире. Сведения, которые собирают любители, помогают в исследовательских работах ученым разных стран. На территории нашего округа обитает 138 видов пернатых, из них 121 вид – перелетные. Второй этап планируется в середине марта следующего года, когда представители заповедника смогут приехать в Варангер и посмотреть те образцы проектов, которые были уже реализованы на территории Варангера, посмотреть, опробовать эти пункты и выбрать оптимальные варианты для заповедника. И ученым, и любителям есть что изучать, и их исследования будут способствовать развитию науки, туризма и укреплению дружеских связей наблюдателей разных стран. Первый этап проекта «Ознакомительный» прошел успешно. Во всех поездках норвежских ученых сопровождает их дочь Лила, юный орнитолог. Ее мнение о природе севера в переводе не нуждается. I like to be here. Анастасия Сабатович, Мария Кравченко, Антон Водряков. Телеканал «Север», заповедник Ненецкий.